сейчас мы смотрим, что произошло. Ты смотришь на Касавана Кот. То он делает около балкона. Раскручивается лента времени, раскручивается, раскручивается. Сергей. Что ты видишь? Ну, сидит с балконом рядом, с дверью выходной. Ага. Что он замечает? Может быть, кто-то пролетел мимо, какое-то движение? Любопытство. Что там будет, да? Что он сделал? Кто-то, то ли кто-то вышел на балкон и плохо дверь закрыл. Угу. И, в общем, он не упустил возможность. Лапой тронул? Угу. Да. Вот он выходит на балкон. Выходи вместе с ним на балкон. Что он делает дальше? Да, он перемещается. Что ты видишь? Пошел. На крышу пошел сначала. Угу. Что там привлекло его внимание? Он начал искать. Угу. Чтобы спуститься вниз? Угу, да. Угу. И как он двигается? Почему перемещается? Что у него под ногами? Как бетон. Ага, он спрыгнул вниз, да? Угу. Хорошо. Давай теперь переместимся вперед. И ты окажешься в какой-то следующей его ситуации, скажем, на следующий день, где он находится, что его окружает, раскручивает. Что он делает, чем занимается? Так, ну он перебежал дорогу. Угу. Сначала сидел, прятался там во дворе под кустом, потом перебежал. Угу. Что дальше происходит? Двигаешься вместе с ним вперед? Он уже пожалел, что он ушел. Угу. Потому что все незнакомая обстановка, машины, угу. Чужое. Знает ли он, как вернуться назад? Знает. Угу. Почему не возвращается? Что мешает ему вернуться? Надоело ему закрытым там сидеть. Свободное животное. Угу. Почувствовал свободу. Ага. То есть он хочет, чтобы его выводили вот так гулять? Да. Угу. А, ну, он же может убежать, поэтому его держат заперти. Он этого не понимает. Да. Да, не понимает. Хорошо, продвигаемся вперед. Давай окажемся в том моменте сейчас. Вот сейчас, настоящий момент, в этой ситуации. Сегодня у нас совсем другое число у нас сегодня. Где он сейчас находится? И ты оказываешься сейчас там, где он сейчас находится. Это помещение или он где-то находится на природе, снаружи, около деревьев? Где он находится? Что его... Да, он на природе еще. Mm. Он наружу. Это какой-то парк? Он не так далеко от дома. Он еще в окрестностях там. Mm-hmm. Еще не нагулялся. Ага. Он может вернуться домой? Знает дорогу назад? О, коты всегда дорогу найдут домой. Знают. У них компас внутри. Mm-hmm. Почему он не возвращается? Не нагулялся еще. Хочет... Дорвался до свободы, да. Что ему не... нравится? Что? Он что-нибудь ел? Он птички, птичку поймал. А. Угу. То есть у него все получается, ему все нравится пока? Пока под нужный корм. Ага. Пока не голодный? Нет. Хочет вернуться домой? Он захочет вернуться. Можем ли мы сейчас ему послать от детей, прям вот послать посыл любви и благодарности, чтобы он вернулся? Чтобы он услышал и почувствовал? Можешь передать ему? Попробуем, да. Желание, что дети его любят очень и ждут его, и хотят его покормить, погладить, приласкать, чтобы он почувствовал эту любовь и желание вернуться. Пожелай, посылай ему прям в сердечную чакру. Да, я его глажу, сижу. Сижу, глажу, говорю, что его ждут дома. Чтобы он вернулся, да? Он где-то сидит, где ты его видишь? На дереве или под кустом, или под деревом? Нет, на дереве я его не видела. Внизу. Внизу где-то. Пусть прячется так. То есть его, никто на него, скажем, не напал? Никто не хотел его схватить.
Нет, такое чувство нет. Такого чувства нет, что он опасности. Здоров, и ничего у него. Да, да, здоров. А хочет ли он пить? Что-то пил, из лужи. А, из лужи пил. Ага. Благодарим. Но мы послали ему, что любовь, чтобы он вернулся, и прощение. Мы его прощаем, просим простить его, просим простить его хозяев, детей. Они его так любят, боятся очень его потерять, чтобы он не ушел, и поэтому его держали в заперти, чтобы он не потерялся, вот как сейчас. Он думает, что он свободный гуляет, а для них он потерялся. Вот эта разница в непонимании. У него вот эта вот его сама порода, она даже дикая природа, то есть он, это не домашний кот, его одомашнили. Поэтому свобода. Да, его внутреннее, да, желание убежать. Хорошо, мы благодарим его тогда и просим его, мы ему передаем эту информацию, что его ждут дети, они все его очень ждут, ждут его домой, передай ему эту энергию, передай ему этот посыл любви, что его ждут домой, чтобы он вернулся. Посылаем ему. Может быть, он что-то тебе хочет сказать? Мой ягуар его взял за шкирку и несет. А домой? Ну да. Показывает. За шкирку взял и несет. Давай возвращайся, да? Блудливый кот. Хорошо, благодарим. Закрываем.